В эфире программа «Скажи, не молчи». В студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И в гостях у нас сегодня бизнесмен и политик, политолог Вадим Боровик. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Вадим. Политиком вы стали уже, как считаете? Это в базе... Не нужно себе какие-то вот навешивать эти медали. У меня все хорошо. Я всем доволен. Поговорим тогда о тех, кто недоволен. 7 сентября вступил в силу указ президента о порядке выдачи документов и совершения действий. И посольство и консульство более не уполномочены заниматься выдачей и обменом, продлением всех видов паспортов и идентификационных карт, проставлением апостиля, ну и так далее. Указанные действия можно осуществить на территории Беларуси. Только на территории Беларуси. Естественно, беглые всполошились, но их ведь и предупреждали, что так и будет. Неужели за 3 года было непонятно, что никто с ними шутить не собирается? Понимаете, когда мы говорим о каких-то нормативных актах, то каждый нормативный акт, он соответствует какому-то периоду развития страны. Наверное, по улице или в жару в маске ходить не очень хорошо, правда, да? Неудобно. И жарко, и хочется снять эту маску. Но когда у нас был ковид, и когда у нас, ну, приходилось спасать жизни людям, какую-то профилактику соответствующую осуществлять, нужно было носить маску. Вот прошла необходимость, и эту меру мы сегодня не вынуждены применять. То же самое этот нормативный акт. Если с точки зрения удобства вообще всех граждан, не все же уехали, кто-то замуж вышел, да? У кого-то там, может быть, какие-то бизнес-интересы, и мы тоже должны это учитывать. Наверное, не всем удобно это. Но с точки зрения текущего момента и сложившейся ситуации, когда есть целая группа лиц, которая агрессивно себя ведет, ведь они агрессивно, настойчиво призывали, например, вводить санкции против себя, против своего народа, против своих родных, близких и страны. То есть они, по сути, предали страну. Последующим они этим уже не ограничились. Ведь от их лица политики, которых политиками я называю условно, а на самом деле это люди, находящиеся под контролем иностранных правительств, призывали сюда вводить иностранные войска, призывали осуществлять какие-то агрессивные действия в адрес нашей страны. И возникает вопрос, почему мы должны им облегчать жизнь? Вот почему мы должны? Поэтому проработали соответствующие нормативные акты и приняли такую меру. Я думаю, что она временная. Я думаю, что эта мера временная, потому что мы должны разрулить вот эти все вопросы. Сейчас время очень непростое с точки зрения национальной безопасности. Нам нужно сохранить мир на земле, это наша первая задача. Нам нужно продолжать развивать экономику. И нам нужно не допустить того, чтобы лица, которые не заинтересованы в безопасности на территории Беларуси и в нашем развитии, нам нельзя допустить для них возможности комфортно существовать, осуществлять операции со своим недвижимым имуществом, получать соответствующие документы и прочее. Пожалуйста, если ты чист перед законом, но я не вижу проблемы приехать к себе на родину хотя бы раз в год, выдать соответствующую доверенность, это если мы говорим о документах, либо, соответственно, с паспортом обратиться, который утратил силу, либо нужно продлить, в органы внутренних дел обратиться и получить соответствующий документ. Поэтому документ, возможно, не для всех удобен, но он обусловлен текущей геополитической ситуацией. Если мы хотим мира, если мы хотим стабильности, то мы должны какие-то, ну, издержки нести. Ну, у вас такая всегда общепримиряющая, что ли, позиция, Вадим. Ну, а мы знаем, что так называемые беглые предлагали недавно команда Светы новые паспорта Новой Беларуси, которая, ну, провалилась, что ли, да, эта акция из Литвы, их уже выдворяют как угрозу нас безопасности. Почему, ну, наверное, не глупые люди на Западе все-таки продолжают делать ставку на эту команду? Вы вложили деньги в определенное, значит, лицо. Политика – это очень турбулентная сфера. Вы не знаете, когда вы сможете это вот козырь какой-то, либо вольта, либо шестерку достать из кармана и использовать. У нас отдельные правительства в изгнании уже десятками лет находятся в том же США, да? Угу. И в удобный момент их смогут использовать в том случае, если в определенных регионах мира ситуация изменится. Вот вам легитимный
якобы квазилегитимное правительство, и вот мы его сейчас... Поэтому будут ее постоянно держать на таком... Повезло, которая была, не хотела, чтобы уходил Лукашенко, вот ста, как называется, ну, потому что это традиционная оппозиция, у них была работа, грант, дома стоят, машины стоят всю жизнь в общественном объединении, откуда деньги, непонятно. Пускай там, может быть, не олигархи, но люди обеспечены, и постоянно еще такая социальная востребованность, где-то поехал за рубеж, языком почесал там на конференции, поддакиваешь противной позиции и хаешь собственную страну. Понимаете, все удобно, и тебе за это еще и платят. Но, видите, эта карьера закончилась здесь. Но, видите, нашли новую себе. Вы посмотрите, я вот когда смотрю отдельных убежавших представителей вот этой группы, они друг на друга уже наезжают, делят власть и деньги. Да? Там вообще наш айтишник главный, он же, у него вообще все вопросы, где бабки? Почему не у меня бабки? Не так поделили бабки? То есть все о деньгах. Ну, слушайте, если вас так интересует благополучие Беларуси, то у вас на втором месте и на третьем будут вопросы личного благополучия. Ну, а тем более призывать собственную страну уничтожать вы никогда не будете. Поэтому, почему они продолжают финансирование? Ну, это очевидно, потому что это выгодно иметь марионеток, которые полностью от тебя зависят. Что не идет на работу? Вот объясните мне. Хорошо. Ты приехал за рубеж. Пошел в политику, ты там не востребован, ты ничего не сделал для страны, слово совсем. Ну, ты можешь призвать, чтобы спортсмены не участвовали, чтобы Нобелевский комитет наши послы не посетили там эту конференцию. Что-то ты, ну, ты можешь какую-то гадость сделать. Что ты еще можешь сделать? Ты даже паспорт не можешь выдать людям. Ты не можешь ничем помочь от слова совсем, даже тем, кто находится на этой территории. И исключительно тебя используют как болванчика, который может что-то произносить. Ты иди работай, ну, хоть пользу принеси какую-то этому, этой стране, в которой ты находишься, вложив что-то в ВВП этой страны. К ним же какое будет отношение у политических вот этих вот течений, которые даже оппозиционные правительства, понимаете? Поэтому это инструмент в руках иностранных правительств. И сегодня наши белорусы, ну, я думаю, которые живут на своей земле, которые ценят мирно и порядок в Беларуси, они, ну, изменили отношения. Даже те, которые, может быть, в чем-то сомневались. Так вот, видите, сколько уже ошибок совершила Света и ее команда. Вы говорите, что все равно будут продолжать финансировать. Может быть, нам ожидать какие-то новые лица? Ценность, скажем так, этого лица, она будет зависеть от политической ситуации. Ну, на какое-то минимальное довольствие могут, да. Где-то вы посмотрите, уже я там особо не вижу на каком-то высшем уровне каких-то там переговоров, как вот тогда в начале была пиар-акция, там ездило печенье там. Я еще раз говорю, вы же поймите, уровень все равно отношения, когда приезжает руководитель страны, либо даже руководитель какого-то высшего государственного органа, это подготавливаются переговоры, это ужин, завтрак совместный, выход к прессе, или там тебе где-то в приемной шел мимо, достаньте пачку печенья, пошла в баню, понимаете? Ну вот отношение и такое было. Сейчас еще менее, так скажем, уважительные отношения, плюс большая зависимость этих лиц. Соответственно, если, например, может быть, на первоначальном этапе они и не могли какие-то радикальные высказывать такие в отношении страны, позволять себе фразы и прочее, то сегодня она скажет все, что скажут. Понимаете, вот это там страшно. И оправдает любые действия агрессивные в адрес нашей страны. Поэтому им не надо, им не надо. Вот марионетка есть, все. Зачем? Так в 2025 году у нас вот уже на носу фактически выборы президентские. Снова ее будут проталкивать или все-таки ожидать нам какого-то... Ну, я думаю, что мы здесь в Беларуси уже обойдемся без вот такого рода кандидатов. Мы показали, что у нас, у народа есть право самостоятельно определять кандидатов и проводить выборы без участия, соответственно, третьих стран. Я против того, чтобы нам кто угодно, Москва, Пекин, Вашингтон, Брюссель указывал, кто у нас будет избран. В свое время мы продемонстрировали то, что мы готовы отстаивать свое право самостоятельно избирать национального лидера на выборах и отстояли свое право. После этого мы провели определенную работу по, скажем так, гигиенической очистки политического поля. И вы считаете, как мне кажется, по вашим сейчас заявлениям, что у нас все хорошо очищено? Не надо никогда восседать на лаврах. Сейчас они действительно нацелились, если не получается, значит, мирным путем такой вот переворот, они провоцируют эскалацию военного конфликта, очень существенно ее провоцируют. Причем многие страны не понимают, что они являются пешками в этой игре, и в любой момент кажущаяся такая искусственная нагнетание обстановки может перерасти в гораздо более серьезные, так скажем,
события, которые могут явиться действительно трагедией для европейского региона. Поэтому нам здесь надо быть очень осторожными, потому что ставки очень высоки, и я считаю, что англосаксы очень успешно вот провели эту операцию по дестабилизации, по крайней мере, вот этого региона в Восточной Европе. Сегодня мы, к сожалению, не можем 100% гарантировать, значит, быстрого урегулирования этого конфликта не только с точки зрения военных действий, но и последующие. Санкционные отношения, ограничения торговые, признание территорий, возобновление конфликта. То есть они какой-то уровень дестабилизации уже здесь так обеспечили. Мы же рассматриваем это как окно возможностей. Ну, мы можем по-разному интерпретировать правильное отношение в чем? Что мы ни в коем случае не должны руки опустить, да? И в этой ситуации, значит, выстраивать политику от того, что вот у нас там не получилось, на Западе... Да, смотрите за логикой, Вадим, я вашу слежу. Англосаксы успешно провели? Абсолютно успешно. 100%. А мы очистились. Вы же поймите, вы переболели ветрянкой в детстве, вы уже ветрянкой не заболеете. И лучше, когда вам зеленкой мазали в 6 лет, в 40 лет у вас лицо будет все искажено. Да? То есть во всем можно находить и плюс, и минус, правильно? Ничего хорошего, инициативно я бы это мероприятие бы не повторил в Беларуси. Понимаете, там, когда это, знаете, такие фразы риторические, ну, нам надо было это пережить, чтобы очиститься. Лучше очиститься, понимаете, тебе надо рак желудка, чтобы ты начал правильно питаться. Ну, лучше, наверное, чтобы ты правильно питался до этого, да. Но, понимаете, любая нация, любой народ вынужден находиться в конкурентной среде. Конкурентная среда – это очень агрессивная среда. И ваш противник, ну или конкурент, он видит разные методы получения результата. Кто-то хочет работать абсолютно в правовом поле, учитывая ваши национальные интересы. Кто-то видит, что можно это сделать более, значит, коварно, воспользоваться какими-то, может быть, внутриполитическими особенностями поведения электората и прочее, где-то подогреть ситуацию и использовать ту или иную страну в своих интересах. Поэтому, понимаете, естественно, мы получили определенный, ну, скажем так, прививку, да, от этого вот недуга, да. Но у нас вообще новая реальность сейчас, если вы не заметили. То есть, ну, послушайте, я заметил многое. Сожалеть о старом мире, но уже не... Еще раз говорю, у нас еще и нового мира нет, чтобы вы понимали. Если вы думаете, что новый мир у вас сформировался, мир сейчас еще формируется. Наша должна быть позиция. Не отказываемся от развития и руки не опускаем. Естественно, мы видим, что у нас на определенных рынках потери, что у нас с точки зрения взаимоотношений на западном векторе сейчас не самая здоровая ситуация. Это объективный факт. Тем не менее, надо слушать такую вот риторику, которая идет в том числе и от первого лица, и в ходе послания. И вот буквально недавно Беларусь инициативно перед Западом не закрывала никогда двери. Мы никогда инициативно не усугубляли наши торгово-экономические, политические и прочие отношения. Мы приглашаем даже, вот, пожалуйста, на учение, да. Но мы же не будем сидеть и ждать, пока там кто-то уйдет из-под влияния Вашингтона, которому выгодна эскалация, и начнет вести более взвешенную политику в интересах собственных народов. Та же Прибалтика. Перевалка грузов им что, выгодна, которая прекратилась через их порты? А вот смотрите, да. Литва передумала закрывать границу с Беларусью. Но Уседа вот выступил с заявлением. Он считает, что полное закрытие границы с Беларусью теряет актуальность, так как ситуация с группой Вагнер стабилизируется. Смотрите, да, я хотел, чтобы вы суть понимали процессов. Вами постоянно манипулируют определенные политические группы. Если бы Беларусь вот на протяжении всей своей истории, да, поддавалась резкой риторике той или иной страны, любой по периметру, которая, естественно, отстаивает свои, в первую очередь, национальные интересы и не имела бы альтернативных источников поступления тех или иных ресурсов, рынков сбыта и прочего, нашей бы страны не было в принципе. В принципе. Понимаете, о чем я говорю? То есть именно наша, значит, внешняя... Многовекторность, как... так называемая, в которой нас упрекали. Да, да, да. И посмотрите, если вы не замечаете, вот я это вижу, и сегодня мы не просто так работаем, ну, естественно, с нашим стратегическим союзником,
с Россией, с Китаем, со странами дальней дуги, с Арабскими Эмиратами. И оттуда идут у нас хорошие инвестиции и прочее. С целым рядом других стран в Африке. Вы поймите одну вещь. У вас нет гарантии, что в той или иной стране правительство тем или иным способом не будет смещено. Ну, нет стопроцентной гарантии, да? И что, или даже оно эволюционно сменится, и просто национальный лидер, и та группа, которая будет его поддерживать, не изменит курс в отношении даже внешнеторговых... Я говорю о войне. Торгово-экономические отношения. И если вы легли под кого-то полностью, так сказать, постелили кроватку, легли и отдались полностью, да, страна, то вы все, вас как страны нету. То есть вы все равно, еще раз говорю, вот эти все заявления, они деструктивны. Все заявления, которые говорят о том, что все, у нас везде все порвано, все закончено. Не порвато, не поломато, понятно. Да, да, у нас все, но вопрос в том, что, естественно, мы не можем поставить на паузу какую-то вот вектор развития экономического. Мы же не можем сказать населению, подождите, мы там что-то будем восстанавливать. И опять же, еще один момент, чтобы вы понимали. Мы усиливаем наши торгово-экономические отношения с какими-то странами, не потому, что нам это невыгодно или там не получается, ну, пойдем туда по остаточному принципу. Там тоже выгодно. Может, нам времени на это не хватало тогда, потому что у нас тот был вектор занят. Это нормально. Эти страны ничем не хуже. Но если у нас получится где-то наладить отношения, или у Российской Федерации, в сути, с Турцией не самые простые отношения у Российской Федерации, мягко говоря, да? Да. Но все равно же Владимир Владимирович ведет переговоры. А сколько через Турцию Российская Федерация получает грузов и отправляет своих? Это уже более такие тайные переговоры и прочее. И через другие страны, которые, может быть, где-то на политической арене одни заявления, значит, мы слышим, да? А реальность совсем другая. Поэтому давайте так, политика гораздо более... Корень зла же в том же в чем? И состоял, что Владимир Владимирович Путин да? собирался выстроить вот эти вот отношения со всеми. Да. Но... в какой-то момент разочаровался в этой стратегии. А Владимир Владимирович абсолютно четко, наш союзник, конкретно и последовательно, неоднократно свою позицию обосновал. В чем вообще причина этого конфликта глобального? То, что геополитические интересы Российской Федерации не учитывались и демонстративно пытались роль России в мире и в регионе принизить. Причем это было уже носило провокативный характер. Есть вопрос у меня, как на эту ситуацию реагировать? Вот когда Китай провоцировали на конфликт, значит, в бассейне Тихоокеанском, специально туда летали соответствующие деятельные и делались такие заявления, Тайвань, неоднозначные, да, Тайвань, да. Китай мог тоже поддаться на эту провокацию. И, конечно... последствия для Китая были бы с точки зрения торгово-экономических отношений и целого ряда других аспектов не самые лучшие. Сегодня две самые выигравшие страны от этой ситуации – США и Китай. В глобальном плане, может, на перспективу Китаю невыгодно, например, поражение Российской Федерации. Но в текущий момент максимальную выгоду от сложившейся ситуации экономическую извлекают США. Ну, так, в принципе, Северная Америка. Посмотрите, как Канада подняла сейчас на калийных удобрениях. В лидеры выходят, наши рынки захватывают. И, значит, Китай. Есть два подхода вот к этой всей ситуации, глобальной. Есть риторика, направленная на эскалацию. И такая вот риторика у наших коллег, партнеров российских, особенно это прослеживается. Во-первых, понимаете, я эту риторику могу понять, потому что там все такая живая рана. Ведь у кого-то погиб товарищ, у кого-то погиб коллега по работе. Это все по-живому, да? И, естественно, что удалось англосаксам добиться, то, что обе стороны видят в друг друге недоговороспособных лиц, да? То есть вы не можете договориться с нацистом, фашистом, расистом, колорадом, как там еще друга называют. Орки и окупы. Да, да. То есть вы не можете договориться, если вы не уважаете партнера, если вы там не видите договороспособную сторону. Этого им удалось добиться. И есть с обеих сторон такая непримиримая позиция. То, что мы должны до конца. До конца это означает нескончаемая эскалация конфликта. И, соответственно, мы не можем с вами сегодня четко сказать, какого масштаба эта эскалация будет. Вот эта позиция на постоянную эскалацию, я считаю ее деструктивной, мое мнение. Есть военный аспект этого конфликта, есть экономический аспект, есть аспект международных отношений. Эти все аспекты, они очень тесно взаимосвязаны. Вообще любая война, это война, прежде всего, война экономик.
война экономического потенциала. Вообще, какая цель глобальная коллективного Запада? Чтобы я вам объяснял, что они хотят. Вот у вас не должно быть того примитивного, там взяли какую-то высоту, или на 30 километров подвинулась дорога. Им наплевать абсолютно в Вашингтоне, на сколько километров подвинется та или иная граница. Задача их на десятилетия вперед сдержать регион Евразия в развитии. То есть сегодня их задача дестабилизировать регион настолько, чтобы он десятилетия вперед не мог с ними в последующем конкурировать. Почему США вообще инициировали эту войну? Вот, чтобы вы понимали. Американцам нужно обслуживать внешний долг. Америка никогда не рассчитается по своим долговым обязательствам. Все это знают, весь мир знает, что США никогда полностью не выплатит свои долговые обязательства. Но обслуживать ежегодно внешний долг надо. Для этого нужен рынок, новый рынок. Оптимальный был вариант для американцев дестабилизировать европейский регион. Они уже дестабилизировали его. Завязали Евросоюз на североамериканские энергоносители. Часть производств выводят, значит, из этого региона. И, соответственно, они рассчитывают на то, что если здесь конфликт, будет эскалация конфликта, создаться новый рынок для восстановления в последующем, понимаете, этого региона. И это, опять же, новый... сегодня американские компании, которые занимаются производством вооружения и прочего, имеют сверхприбыли. И в основном Европа закупается в США. Поэтому, понимаете, если мы берем глобально, то их задача ни в коем случае им с точки зрения, еще раз говорю, движения каких-то подвижных границ не стратегически ослабить, потому что следующее противостояние будет уже с использованием космических технологий. И они хотят, чтобы вот этот регион на поколение, на два поколения отставал от них. Тот, кто будет контролировать космос, околоземное пространство, в принципе, будет доминировать и в экономике, и в военной сфере. И, в принципе, как считают ученые, не я, то и та страна, которая будет контролировать околоземное пространство в космосе, через 5-10 лет сможет нивелировать вообще ядерный арсенал любой страны. А мы сейчас сделаем паузу. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях бизнесмен, политолог, юрист Вадим Боровик. Вадим, вы знаете, интересно наблюдать в последнее время за взаимоотношениями Польши и Украины. Украина намерена подать иск против Польши и всего Евросоюза во Всемирную торговую организацию, если они не отменят ограничения на экспорт агропродукции после 15 сентября. Такое заявление сделал торговый представитель Украины Тарас Качка. Польша начнет экстрадировать украинцев призывного возраста. По сообщению газеты «Речь Посполита», в Польше сейчас находится около 80 тысяч мужчин призывного возраста, которые уехали из Украины. И самое интересное, что возвращать их будут по решению польского суда. Так и хочется сказать, а так дружили, весь двор завидовали. Дружбе конец пришел? Ну, послушайте, во-первых, взаимоотношения между государствами – это не всегда цветочно-конфетно-букетный период. Всегда есть нюансы, но здесь же было очевидно. Украина должна была понимать, когда она такую оголтелую политику в отношении Российской Федерации все вела. Надо же учитывать, с кем ты, например, общаешься, да? Что это все-таки крупный региональный, как минимум, игрок с претензией и возможностями в мире играть серьезную роль. И нужно было себя деликатно вести. Когда они вот втягивались в этот конфликт и вели себя с Белоруссией абсолютно непотребно, нашу протянутую руку не жали, а плевали в нашу сторону. Чего они от нас ждали? Вот скажите мне. Эти закрытые небо, эти санкции, высказывания политиков, поучения в наш адрес. А еще отмашки не было, а они уже высказывались. Да, да. Торопились. Да, то есть торопились отвязать одной стране одно место. Да? Но сделали это хорошо. А вы что думали, что когда вы в эту ситуацию попадете, вот под этот каток, да, и вы вяжетесь в конфликт с крупнейшей в военном плане, как бы там наши деятели в плане пропаганды, я имею в виду, на Западе, не пытались принизить потенциал военной Российской Федерации. Это мощная страна в военном плане, очень мощная. Вы что, рассчитывали, что вашей слабостью не будут пользоваться партнеры? И та же Польша? Да, вас будут гладить по головке, вам будут, как говорится, может, в каком-то контексте и оказывать помощь, где это не критично для них. Запомните, не критично для них. Но за каждый вот этот вот шаг доброй воли и помощь от вас потом потребуют встречные шаги, правильно? В экономическом плане, в политическом плане. Где-то промолчать по каким-то событиям историческим, где-то уступить в вопросах торгово-экономических отношений и прочее. Естественно, Украина
изначально вот на таком порыве, значит, ультрапатриотическом, получала и поддержку, и прочее, но потом страны начали обозначать свои интересы. Это нормально. Польша, понимаете, Польша, политики Польши отчитываются перед своими избирателями, правильно? Избиратели могут задать вопрос, ну слушай, у нас там в каких-то моментах где-то коммунальные услуги выросли, где-то у нас может быть не такая, такой быстрый рост экономики, как бы нам хотелось, а где-то мигранты нас не устраивают в таком количестве и на тех рабочих местах, где бы мы могли работать. Да? И Польша начинает обозначать Украине резонно свои интересы. В ответ получаем, да, видите, вот по сельхозпродукции тоже. Да? Почему они говорят, вы должны, мы фермеры, кормить Украину? Мы и так помогаем. Не надо думать, что то, что ты сегодня себя ощущаешь жертвой или считаешь, что тебе весь мир должен, что весь мир будет думать точно так же, как и ты. Вот проблема это вообще основная кризиса, то, что не ставили друг на друга стороны, на место друг друга стороны. Вот поэтому сегодня не могут договориться, не слышат друг друга. Поэтому, ну, а касательно того, что вот они военнослужащих будут, точнее, военнообязанных выдавать, но это по просьбе Украины, да? Это говорит о том, что не все хорошо с личным составом, когда вот показывают уже кадры, что с пляжа прямо забирают, и в медицинская комиссия сменила требования, да, да, там смягчила требования, и целый ряд заболеваний, которые даже в военное время не считались возможно призыв, уже возможно. Даже психические заболевания стали, допустим. Ну, послушайте, да, как один там политик украинский сказал, так что, если мы здоровых не жалеем, о чем мы их должны жалеть? Вадим, объясните мне позиции? Вот, ну, мужскую логику Зеленского. Вот в твоей стране такая беда. Уже детишек этих, да, уже всяких, угу, туда женщин в это бросают. В это... 1 октября. Зачем? Ему не жалко их? Здесь абсолютно Александр Григорьевич слова поддерживает. Они мне как-то, вот я его услышал, они мне легли на душу. Вот он же сказал правильно. На твоей территории война, Володя. На твоей территории война. Подумай. Ну. А я тебе говорю о переговорах, о начале диалога. И абсолютно вот правильно Александр Григорьевич позиция, вот здесь я его 100% поддерживаю, что без предварительных условий начните процесс. И не останавливайте этот процесс. Возможно, сразу все не получится. Но вот адвокаты говорят, когда людям, которые разводятся, самое дорогое будет для вас постоянно друг на друга подавать иски, постоянно пытаться друга утопить. Все равно вам придется это все оплатить, но и все равно, что вы договоритесь как-то, да? Так вот, то же самое сейчас, вот, если мы говорим об Украине и о Российской Федерации, так рано или поздно придется сесть за стол переговоров. Вопрос, на какой степени ущерб будет демографии нанесен, это колоссально. Сколько человеческих судеб будет уничтожено и разрушено? Так почему не садиться? Вот что? Какой ущерб экономике, инфраструктуре? Но почему не садиться? Первая и основная причина, я считаю, все-таки не самостоятельность. Украина, на мой взгляд, существенно на 90% зависит от воли Вашингтона, ее, ну, действия правительства. Может, там 10% какой-то собственной воли есть и позиции. Но, послушайте, я думаю, что продолжила бы Украина переговоры, которые были начаты и в Минске, и потом и в Турции, и, может быть, что-то начала бы выполнять, если бы их вот так вот, грубо говоря, в лопатку орудие какое-то не было направлено и не заставляли бы Украину продолжать эту эскалацию. Она очень, я вам еще раз сказал, что есть глобальная цель. Сохранить доминирование доллара как резервной валюты, сохранить контроль международной финансовой системы и дестабилизировать регион Евразии. Украина – инструмент. И они не хотят это остановить. По-другому придется, значит, девальвировать доллар, отказаться от ряда обязательств, уйти с определенных рынков. Они хотят этот процесс затянуть, понимаете? Затягивая этот процесс, они хотят найти время для наработки новейших технологий, которые позволят им в дальнейшем конкурировать и сохранить дальнейшее преимущество. Поэтому нас они рассматривают как рынок для поддержания собственной экономики. Для того, чтобы этот рынок качественно заработал, им надо здесь полная дестабилизация. Вот и все. Поэтому нужно понять, что это вот не должен обыватель так примитивно принимать, что там Россия на кого-то напала, там территориальные претензии. Здесь я об этом говорил, и опять же я не вижу простых решений. Тут абсолютно правы эксперты, которые говорят, что очень тяжело вот так вот взять и сформулировать, найти простое решение. Но здесь надо найти какой-то подход к бенефициару, к англосаксам, которые от этого выигрывают, к тому, чтобы их вынудить отказаться от этого проекта. Если мы будем идти по их сценарию и будем наращивать эту эскалацию, взаимное непримирение, взаимную ненависть насаждать, делать неумные заявления,
в союзном государстве, такие вот направленные эскалации. Я когда слышу отряда политиков, очень такие громогласные, ну, политиков, слава богу, это ж не первое лицо говорит, слава богу, и можно списать, что это частное мнение какого-то там депутата, какого-то там функционера партийного и так далее. Слава богу, Владимир Владимирович Путин очень мудрый и, скажем так, сдержанный в каких-то заявлениях человек. Ну, это говорит о том, что мы все-таки в Союзе здраво себя ведем в целом. Но есть вот такие вот, ну, я назову это даже не политики, а политиканы или какие-то такие вот общественники, которые начинают то в адрес стран Центральной Азии что высказывать, то в адрес там вот сейчас Армения какие-то учения, мы чуть ли не объявим Армению территорией сепаратистской и оккупируем Армению. Вы что? Потом в заявлении один говорит, ну, депутат Госдумы, что потенциально мы со всеми будем осуществлять военные действия в перспективе. Со всеми, с Беларусью пока нет, но тоже возможно. Ты депутат Госдумы. Союзное государство. Мы хотим построить сильный экономический союз. У нас ОДКБ. Вслух нельзя это произносить. Такие мысли даже, посылы такие, потенциально возможно. Вот я хочу, чтобы мы от этой риторики, вот от этой риторики, которая направлена на эскалацию, которая направлена на подрыв взаимного доверия, вы же поймите, ведь службы западные, они очень умело это выдернут из контекста, распространяют соответствующих телеграм-каналов, и у молодежи, у ребят, которые, может быть, еще не совсем сформировали свое отношение к той же Российской Федерации, у молодого поколения, у каких-то праворадикальных групп в любой стране есть более такие националистические движения, будет ненависть. Своими руками будут лепить. Да, то есть это мы своими руками центробежные силы. То есть я просто хочу призвать к здравому смыслу. Вадим, ну вы слушайте, но это очень даже задача на миллион. Мне очень понравилась ваша идея найти ключ к бенефициару. Это самая классная задача, которая на сегодняшний день, мне кажется, стоит. С первого дня я об этом говорю. Да. Понимаете, вот вы поймите одну вещь. Если вам вот три человека, у меня цель, чтобы вы тут друг другу выдирали волосы, да? И я одной подливаю масло в огонь, и второй, по любым признакам, физиологические какие-то недостатки или преимущества, одна красивее, другая хуже, и вы друга дрете. Так я, извините меня, если вы по моему сценарию, каждая слушает вот эти вот наускивания, что вы недоговороспособны, что вы никогда не договоритесь, я вам что, добра желаю? А стоит вот оператор, и он вам говорит, девчонки, да послушайте, остановитесь вы, остановитесь. Значит, да не такая она, кажется, плохая, может быть, что-то не полностью она уже потерянная. Может быть, услышите друг друга, поймите, что сначала вам надо понять, что стать на место друг друга может быть в чем-то, а может даже быть готовым в чем-то пойти на уступки. Так сегодня таких людей, которые об этом говорят, обвиняют в чуть ли не коллаборационизме, чуть ли не агенты ЦРУ, предатели Родины. Я считаю, вот людей, которые это делают, врагами союзного государства, врагами здравого смысла. Но понимаете, я же вам говорил, самые страшные люди – это дураки. То есть предателей можно перевербовать. Они ответят по закону. Но дурака ничего с ним не сделаешь. Понимаете или нет? Вот это самое страшное. Поэтому, понимаете, абсолютно правильно, сложная ситуация. Мы со своей стороны демонстрируем договороспособность. Мы говорим, давайте, приезжайте на учение. Посмотрите, вот ничего тут страшного в рамках ОДКБ не происходит. Да мы, я думаю, и Вагнер бы показали бы полякам, раз они так переживают. Ну, если бы они попросили, правильно? Но они, не являясь в полной мере самостоятельными, отказываются от этого. То есть, ну да, видите, мы же не можем постоянно стучать в закрытую дверь. Или если на нас армада пойдет уже, да, мы же будем вынуждены реагировать. Путин встречается с Эрдоганом, говорит, Россия готова к переговорам. Лукашенко выступает с посланием, говорит, надо... Тем не менее, искать путь к переговорам. Первые лица союзного государства говорят о том, что готовы к переговорам без предварительных условий, что все равно рано или поздно придется договориться. Но не принимает та сторона. Таких заявлений недостаточно. Делаем мы вывод с вами. Но недостаточно, потому что пока вы чувствуете безнаказанность полную, вы получаете выгоду, Вашингтон, от этого процесса. И чувствуете полную безнаказанность. С какого перепуга, я даже вот считаю наивными политиками, когда там Трампа избрали, и шампанское какое-то в Госдуме. Тогда я еще говорил, что вы шампанское пьете, Жириновский, что ты пьешь шампанское? Трамп, предприниматель, это очень прагматичный человек, его риторика еще жестче будет. Посмотрите, как он с Китаем себя вел.
Да, он да. Ему надо, выгодно. Поэтому это очень наивная позиция в том, что я считаю, смена даже политического руководства 100% гарантирует, например, прекращение финансирования этого конфликта. Если это выгодно в стратегическом плане, если от этого зависит устойчивость доллара и его роль как резервной валюты на ближайшие десятилетия, то они будут это продолжать. Тогда есть другой вопрос. Ну, сила убеждения плюс угроза каким-то их национальным интересам разными способами. Я не говорю, бряцать даже может быть оружием. Но поискать. Опять же говорю, что, наверное, Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко, ну, гораздо более осведомленные люди. И, наверное, они даже, может, и прорабатывают какие-то способы, механизмы, продумывают. Наверное, не так просто это все, да? Наверное, ну, условно говоря, может, у нас в чем-то и нет возможностей. Понимаете? А каких вот. Возможностях вы говорите? Финансовых? Слушайте, да, если вы говорите о финансовых возможностях, вы давайте сопоставляйте финансовые возможности. Если, например, мы берем бюджет НАТО и ОДКБ, это десятки раз. Если мы берем экономический потенциал НАТО и ОДКБ, это сотни раз. Ну, объективно, возможности. Те союзники, которые даже в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС и прочим БРИКС, Индия и Китай, у них есть свои нюансы в взаимоотношениях. Наша ДКБ. Есть нюансы. И целый ряд. Они вот по принципу разделяя властвуют и действуют. Но сам тренд правильный. Сам тренд правильный. Вот то, в чем, вот, наверное, единая позиция Китая, Российской Федерации, Белоруссии, даже Индия, тут, я думаю, к нам присоединится и целый ряд других стран, в том, что видят диспропорцию в распределении международных финансов. Контроль международной финансовой системы со стороны одного государства считают несправедливым. И, естественно, вот здесь у нас общая позиция. И, возможно, мы все-таки не сразу будут подножки ставить, не сразу это произойдет, придем к тому, что все-таки страны поймут, что ну, выгоднее иметь два центра силы, как минимум, которые сбалансируют систему и позволят более справедливо распределять. Вот сейчас какую провокацию могут готовить наши друзья на Западе? Мое мнение, опять же, я не настаиваю, но возможно. Они могут вот этот конфликт затягивать, устраивать различного рода провокации. Мне кажется, у них одна из целей, возможно, даже провокация России на применение тактического ядерного оружия где-то там на поле брани, исключение ее из состава ООН, введение, например, Индии в состав постоянного члена Совета ООН вместо России, которая будет, имея определенные противоречия с Китаем, будет еще в большей степени разбалансировать систему. Вот какой вариант они могут тоже рассматривать. Я думаю, это один из вариантов. Мы должны с вами смотреть на любые потенциальные возможные, скажем так, опасные действия со стороны нашего потенциального противника. Вот сейчас их задача минимальная – затянуть конфликт как минимум до политических событий 2024 года. Это минимум затянуть конфликт. Попытка дестабилизации ситуации в России, социально-политической. Слава богу, Россия молодцы, сейчас демонстрирует устойчивость своей экономики, ну, видим там что-то с рублем, что-то еще, но в целом социально-политическую стабильность они обеспечивают. Ну, полтора раза рубль, да? Да, но я еще раз говорю, я же в щадящем режиме, мы же, понимаете, общаюсь с вами, потому что в Украине там панические настроения пытаются сеять в России. Я думаю, тоже курсу рубля в Российской Федерации не все рады, да, такому курсу рубля. Там росту цен на недвижимость, на продукты и прочее, в транспортные средства, но... В целом, если мы говорим о социально-политической стабильности, будем объективны. Россия показала, что это экономика, пятая экономика по покупательной способности в мире. Россия показала, что как бы ни вытирали ноги об ее армию, пытались вытирать. Там есть армия, и она способна и осуществлять какие-то действия наступательного характера и оборонительного характера. Но тем не менее, что они будут делать? Они сейчас затягивают конфликт, пытаются экономически истощать Российскую Федерацию, потому что мобилизация на ВПК, это тоже мобилизация не на развитие, не в пользу а на ВПК. Понимаете, тоже у вас могут быть ВВП расти, а где он, в чем он растет? Вы же поймите, вы же потом это все ну, развивается спалите. Только одна сторона. Да? Но вы спалите это все на боевом поле. То есть у вас по цифрам все будет хорошо, но это все сгорит в полымище войны. И потенциал, то есть постоянное истощение, поскольку они контролируют международную финансовую систему, у них неограниченная ликвидность, вы все оплачиваете эту войну, мы все оплачиваем, они ничего не платят, они зарабатывают на этой войне, то получается, экономически мы
У нас идет экономическое ослабление. То, что происходит, вам что угодно могут рассказывать. Но в Российской Федерации происходит в любом случае экономическое ослабление. Они зарабатывают. Вот этот вот, скажем так, процесс, это такие сообщающиеся сосуды, надо как-то вот сломать. Но что они хотят? Как минимум до политической кампании 2024 года и будут пытаться дестабилизировать изнутри. Наверное, Нобелевскую премию мы бы с вами вручили, нашу премию союзного государства, любому гениальному уму, который бы мог предложить такое вот решение, так вот сидя, особенно один такой вот гений нашелся, да, как выйти из этой ситуации. Очень сложно, да. Но я пока что вижу, как минимум, ну, мое мнение, прекратить подрывать социально-политическую стабильность в рамках союзного государства. Первое, на этнической почве вести себя аккуратнее. Вот посмотрите, эти телеграм-каналы, то русских обидели, изнасиловали, сейчас только мусульмане стали всех насиловать, и каждый раз через день новость, мусульманин кого-то изнасиловал, обидел, грубо говоря. То мусульман там выгнали, то женщину беременную из мечети, то там в обуви зашли. Вы на каналах федеральных с миллионными подписчиками через день дублируете новости. То русских обидели, то мусульман. Чего вы хотите добиться? Цель какая? Ну, очевидно, что ваша цель какая? Так я это телеграм-каналы, которые якобы, ну, в кавычках, проправительственные, я не могу поверить, что это проправительственные, потому что это подрыв в этом плане. Но обратите на это, пожалуйста, внимание. Нужно взять под контроль все частные военные компании, потому что нельзя в стране иметь неподконтрольные военизированные структуры. Все должно контролироваться правительством и спецслужбами государства. Иначе это будут сепаратистские настроения. В любой момент, значит, найдется батька Махно, который или Емельян Пугачев, который пойдет на столицу. И, соответственно, вот эти вот заявления любые в адрес бывших советских республик. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Ведите себя деликатно. Вот Владимир Рудольфович, у него сейчас стала такая риторика более радикальная. Я помню, он как-то правильно абсолютно выступал, еще до Крыма даже. Он говорит, послушайте, мы должны быть привлекательной страной. Мы не должны за чуб к себе тянуть. Любите нас. И кулаком показывать. А мы должны такую построить страну, чтобы к нам выстроилась очередь. Вот это Об этом я говорю постоянно. Ну, послушайте, вы депутаты, вы же депутаты Госдумы, вы же уже высшие избираемые лица в стране, уже после топ-10 этих чиновников. Но вы подумайте, о чем, какие фразы вы себе позволяете. Потому что завтра эта молодежь выйдет с булыжниками на площади Москвы. Я не хочу этого, потому что я живу в союзном государстве, и я хочу покоя. Ну, возьмите здесь у нас пример. Но мы этого не делаем. Мы задерживаем лицо даже какой-то конфессии. Даже вот на выборах они себя плохо вели. Определенно. Мы говорим конкретно, вот это лицо. Мы не обвиняем всю конфессию, да? Абсолютно. Мы задерживаем лицо, которое связано с какой-то там наркоторговлей или совершает насильственные преступления. Акцент на... Мы акцент на том, что конкретный человек. Мы не начинаем обвинять всех по национальному признаку. Либо он мигрант. Что у нас в Москве нету дефицита рабочей силы? Конечно. Да, есть, да? Или эти вот прибалты сумасшедшие, да? 55 тысяч наших людей там трудятся. И вы там вводите какие-то санкции. Это тут вот, кстати говоря, председатель ассоциации перевозчиков сказал, вы нам ограничиваете возможность нормально работать. Что мы не будем ездить в Беларусь, мы не будем, так скажем, торговать. Давайте сейчас ляжем на лопатки, у нас 20 тысяч, говорит, нехватка, и 55 тысяч белорусов работает. Понимаете, о чем идет речь? То есть иногда, понимаете, политики в ущерб, находясь либо под влиянием иностранных спецслужб, иностранных правительств, либо страна находится в вассальной зависимости, вынуждены совершать действия, вот когда вы мне спрашивали про Прибалтику или про Польшу, которые напрямую противоречат интересам страны. Ну, та же Литва. Привалка грузов. Мы обеспечивали до 50% загруженности портов. Вам это что, выгодно? Ну, в России, вы же не находитесь во внешней зависимости. Не находитесь? Вы же сильная. Вы уже показали, что вы достойная страна с мнением, которое обязаны считаться. Ну, попросите вы своих вот этих вот лидеров мнений быть более деликатными. Вести я это говорю не потому, что я хочу как-то поучать каких-то политиков. Потому что я в союзном государстве. От того, насколько стабильно будет в Москве и в России, зависит то, насколько стабильно будет здесь, в Беларуси. И когда у меня вот просто вызывает, ну, отторжение, как у здравомыслящего человека, высказывание в адрес государства,
любых стран постсоветского пространства неуважительное. Или когда кто-то начинает говорить, что ну да мы сейчас вот возьмем, с Украиной закончим, пойдем дальше до границ Варшавского договора. Чего вы этим хотите добиться? Ну, кроме эскалации. Кроме эскалации. Ну, давайте тогда поймем, что хотя бы в адрес третьих стран, которые у нас в экономическом союзе, которые у нас в ОДКБ, будем более деликатны. Уже должна здесь у вас взвешенная риторика, да. Совершенно верно. А мы сейчас ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи», а все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». В эфире снова «Скажи, не молчи», и у нас в гостях Вадим Боровик. Вадим, ну мы от таких серьезных тем немножечко отойдем. На вашей странице в одной из социальных сетей мы нашли вашу фотографию. Вы тоже принимали участие в уборочной кампании? Кстати говоря, у меня в других социальных сетях под этой фотографией надпись «Лучше мирно убирать хлеб». Так что, видите, не шуточная. То есть это посыл такой. Продолжение темы. Да, потому что, ну, я уважаю наших хлеборобов. Акцент в чем? Что сегодня наши новости какие были вот летом? Подготовка сначала к сессии, ну там лето, весна, сессия, уборочная, хлеб, экономические вопросы. И посмотрите новости наших соседей. Это сердце кровью обливается. Найти протезы ребенку, собираем деньги. Сына не могу найти. Или военные действия, что-то там разбомбили, погибли мирные граждане. Поэтому такие фотографии у нас должны быть везде в ближайшие месяцы, я надеюсь. Понятно, что сейчас начнут мне говорить, что романтик там и хочет невозможного, надо до конца и так далее. Я понимаю, что нужно довести до логического завершения. Пока одна из сторон не поймет, что, грубо говоря, продолжение боевых действий не имеет дальнейшей перспективы, то есть одна из сторон будет либо существенно ослаблена для того, чтобы не иметь возможности продолжать, либо бенефициар откажется от этого проекта. Будет это продолжаться? Ну, слушайте, а нам надо это на 10 лет? Ну, конечно. Нет. Ну вот, поэтому, чтобы мы с вами понимали, мы должны с вами максимально хотя бы риторикой, работой ответственной, действиями, которые не подрывают стабильность в стране, все делать для того, чтобы у нас мир сохранить и стабильность. И я еще раз хочу сделать акцент, что я сейчас не хочу никому какие-то оценочные суждения, да? Я ко всем с пониманием отношусь, еще раз понимаю, что это живая рана, да, и что где-то, может быть, кто-то эмоционально этот аспект освещает именно потому, что это его непосредственно коснулось, да. Но, тем не менее, любая конфронтация заканчивается мирными переговорами. И каждый маленький шаг, даже вот в какой-то программе, какого-то политика, общественного деятеля, он будет полезен для того, чтобы мы пришли к логическому завершению, к миру на нашей территории. Я надеюсь, что наши соседи в Прибалтике, в Польше, несмотря на то, что они находятся под внешним управлением частично, будут все-таки вперед ставить национальные интересы своей страны, да? И все-таки они будут понимать, что ну, не в их интересах ввязываться вот в этот конфликт на чьей-либо стороне, и тем более разжигать этот конфликт дальше в Европу. И вообще, вот говоря об интересах, я уже это говорю в третьем эфире, хочу еще раз подчеркнуть. Значит, у нас очень хорошее, прекрасное, союзное, например, государство. У нас очень многовекторная экономика. У нас везде друзья. Мы никому спиной не поворачиваемся. Да, мы, несмотря на наше дружелюбие и такую миролюбивую позицию, четко обозначили, что если кто-то на нас в прицел любого орудия будет смотреть, ответ будет асимметричный. Мы никому не позволим нам указывать, как нам жить, и мы никому ни в коем случае не будем подпевать. Наша политика будет самостоятельной. Но у всех наших политиков, от генерала до депутата, до главы местной администрации в первом месте должны быть национальные интересы Беларуси. Вот сейчас мы будем формировать органы власти, сейчас будем выбирать депутатов. Не должно быть ни одного депутата, кто назовет любые другие интересы Европы, Китая, России, союзного государства на первом месте, а потом национальные интересы Беларуси. На первом месте национальные интересы Беларуси. Так должно быть в любой стране. И так оно и есть. Только так мы сохраним страну.
Только так мы сможем думать собственной головой. Но это не националистическая позиция. И не позиция, которая направлена против кого-то. Это патриотическая Это нормальная, позиция. Здоровая, единственно возможная позиция. И только сильный союзник, который себя уважает, способен строить сильное союзное государство, способен строить сильный экономический союз или военный блок. Поэтому наши настоящие братья и друзья заинтересованы именно в том, чтобы Беларусь была сильной и процветающей. Я считаю, это финал, Вадим. Даже не буду больше ничего спрашивать. Спасибо вам большое за эту встречу. Мне кажется, исчерпывающе, как всегда. Очень любим вас слушать, приглашать в гости. И спасибо, что вы откликаетесь. Спасибо, друзья, за ваше время. И вам за очень хорошие вопросы. Спасибо вам. Татьяна Щербина, Виктория Попова. С вами на сегодня прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Вадим Боровик. Дорогие друзья, в преддверии праздника, Дня народного единства, искренне поздравляю вас. Желаю нам быть едиными в желании сохранять суверенитет и мирное небо над нашей святой белорусской землей. И я уверен, что мы вместе сумеем это сделать, поскольку помыслы у белорусов всегда были мирные, добрые, и мы всегда несли мир нашим соседям. Это мы будем делать и впредь. Why?